Поставили варить 1,5 килограмма говядины на косточках. Залили воды столько, чтобы покрыть мясо. Снимаем пену. Все, убрали на эту пену. Нарезали морковь мелко. Кидаем в наш суп. И также туда кидаем помидоры нарезанные. Солим. Черный молотый перец. Кидаем болгарский перец. Лук. И кидаем нашу молодую кукурузу. Вот так немножко утопим и все. И оставляем дальше варить. Суп будет обалденно вкусно. Кладем картошку. Чеснок нарезанный. Лаврушку. И, друзья, базилик. Это вещь. Немножко так притопим. И будем томить минут 20-30. И у нас получится очень вкусный наваристый суп. Добавляем зелени. Все, ждем 5 минут. И все будет готово. Все, наш суп готов. Выключаем и будем пробовать.
друзья, давайте пробовать наш суп. Это вкусно. Знаете, бульон такой наваристый получился. А вот как кукурузка молодая сварилась. Давайте ее попробуем. Аж во рту тает. Это обалдеть. Все, друзья, рекомендую. Готовьте и вам, и вашим близким. Всем понравится. Суп отличный. Подписывайтесь, пишите комментарии. Мне будет очень приятно. Ну, всем приятного аппетита!